Ребята, наши ручечки для катушек, в отличие от многих других, у нас они металлические полностью. Металлические полностью. В двух цветах они идут с пластиковой ручкой. Черный, также металлический, и серебристый. Так она выглядит. У нашей ручки есть колечко стопорное. Пластиковых этого нету. Резьба, которая действительно закручивается. Возьмете дешевле на 50 рублей, придется нарезать резьбу. Вообще ситуация абсолютно естественная. Так что лучше не экономить, возьмите чуть подороже, но которая фабричная и будет работать. И стопор у нее будет в натяг работать, а не будет болтаться. А разница всего лишь там 50-70 рублей по-разному, в зависимости от закупки. Этот элемент пластиковый. Ручечка очень такая мягенькая, к пальцам приятная. Здесь клепка. Смотрите. 39 грамм 40. Логично. Также есть это на 5, они в таких блистерах поставляются. И черный, и серебристый цвет. Можно две купить. Так, сейчас рулеточка еще поработаем. Посмотрите. Кому интересно. Так. От болта мерю. Сами совместите уже по своим катушкам. Так. Надеюсь, мое видео поможет вам сделать правильный выбор.